Всем привет, мужики, это Сенцов Юрий, канал Шамшурина Владимира, все твои. Для начала хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом. Этот праздник уже не за горами, и мне хотелось бы вам поведать свою краткую историю о том, как я, когда мне было там вот от 14 до 28 лет, как раз таки в этот промежуток я хотел каждый Новый год встречать со своей женщиной, со своим любимым человеком. Мне хотелось бы, чтобы вот этот праздник, когда мне к 15 годам уже надоело его отмечать с родителями или там с пацанами, я хотел бы отмечать всегда либо в кругу семьи, либо вот со своей девушкой, с которой мне будет хорошо. Я каждый раз об этом мечтал. Но шли годы, и, к сожалению, у меня ничего не происходило. Я мог знакомиться только в том случае, если я выпил и шел в ночной клуб, и только там мог каким-то образом себе добыть женщину. Ну, это все, на что меня хватало. Очень хочется, чтобы каждый из вас начал свою личную жизнь с чистого листа в этом новом году. Очень хочется вам пожелать того, что сейчас имеется у меня. Благодаря тому, что я однажды не побоялся и прошел этот тренинг, и не побоялся и приехал в Москву, провел тут свои замечательные 4 дня. После этого я стал практиковать, подходить знакомиться, подходить общаться, брать телефон. И в какой-то момент уже это переросло в привычку. И однажды случилось так, что я зашел в один из магазинов сотовой связи в нашем городе и встретил свою жену, свою любовь, свое счастье. Парни, вот искренне вам желаю, чтобы каждый из вас либо в этот Новый год, либо в следующий, но понятно, что чем раньше, тем лучше, встретил свою любовь. Я сейчас не говорю про какой-то пикап, про какой-то съем, потому что реально для меня семья это сейчас главное, что есть у меня в жизни, то, чем я живу. Вот начиная с 2016 года я реально счастлив каждый день. Я в какой-то момент даже думал, что такого не может быть. Поверьте, когда тебе хреново и когда тебе весело, в любом состоянии, когда ты знаешь, что тебя дома ждут, твоя замечательная семья, тебе от этого хорошо. Реально легче бежится на работу, все дела делаются, все спорится. Пацаны, с наступающим вам Новым годом. Я честно, искренне желаю вам каждому, чтобы у вас было точно так же, как у меня, в плане семьи, потому что я реально счастлив, и каждому из вас я этого желаю. Парни, я хочу вас каждого поздравить с Новым годом. Будьте счастливы!